19 июля Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР был дан старт работе нового водовода Самсонова-Тельманова. О том, как создавался новый водовод, рассказал директор Департамента развития строительной отрасли Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Руслан Теряев. Начало работ началось в марте месяце этого года. Значит, водовод у нас с протяженностью 3,6 километра. Замена этой трубы позволит запитать порядка поселок, село Тельманово, населенные пункты, еще порядка 10 небольших населенных пунктов. Проживает в нем, на этой территории порядка 10 тысяч человек. Водовод был построен еще в 70-х годах прошлого века. Значит, мы получили его в плохом состоянии. Если взять по статистике, с 2014 года было порядка 28 порывов, то уже в прошлом году мы имели 83 порыва на этом участке. То есть практически постоянно занимались его ремонтом. До сегодняшнего дня в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики вода жителям подавалась по графику, что затрудняло жизнь людей. Однако теперь водоснабжение там стало постоянным и, что самое главное, непрерывным. У нас просто исчезли жалобы по воде. Как с приходом летних сезонов, поливов, это был просто поток людей, которые были недовольны водоснабжением. На сегодняшний день констатируем, что их просто нет. Не менее важным событием запуск нового водовода стал и для коммунальных предприятий Тельмановского района, качество работы которых напрямую зависело от стабильной подачи водоснабжения. На данный момент у нас перебоев с этим нет. Вода идет нормально во всех отделениях. Вы же знаете, больница – это такое учреждение, для которой вода должна быть как воздух. У нас и оперблоки, и какие большие площади, и плюс кухня. Вы понимаете, мы не можем без воды находиться, поэтому были у нас перебои с водой, вода подавалась по графику. Но в настоящее время перебоев с водой у нас нет, вода идет во всех отделениях, мы очень рады и благодарим администрацию района и водоканал, которые это все сделали нам и дали нам возможность работать в штатном режиме, радостно и комфортно, в общем. Анастасия Ковалева, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.